зависаю, и даже за кулисами играла роль, а зрителем был я. В душе ее таинственной мирились ложи истина, актрисы непростого ремесла. Ему единственно верна хотела быть она. Красота актрисы так обманчива и влечет напрасными надеждами. Ничего слова ее не значили, и в судьбе моей все по-прежнему. И каждый день, идя за ней, на зов обманчивых огней, и с нею жизнь безумный проживал. Я знал, что ей не быть со мной, она раба любви иной, и жизнь ее безумный карнавал. И рампы свет заменит ей тепло любви моей. Красота актрисы так обманчива, напрасными надеждами. Ничего слова ее не значили, и в судьбе моей все по-прежнему, и в судьбе моей. Акимхан Маженов, Казахстан. Акимхан, слушаем сундур, рахмет. Слушай, а ты вот слышала, как он спел-то, вот вытянул? У нас вся посуда полопалась, даже пластиковая. Слушай, это удивительно, конечно. Ассаламу алейкум, здравствуйте всем. Арине, мен үшін үлкен құрмет, дәл осы сахнада Башқұртстан елінде осындай актрисаларға арнап ән айтып жатқан мен үшін үлкен құрмет. И эту песню посвящаю я всем женщинам, которые играют на сцене. Дурахмет Акимхан. Давайте же узнаем, что скажет про выступление наше многоуважаемое жюри. Валерий, вам слово. Мне всегда говорили, что громко петь – это легко. А вот очень сложно петь тихо. Вот у вас получается настолько это… Вот вы ни разу не перешли на какой-то крик, на форсаж, но при всем при этом в голосе очень много энергии. Не было ни одной ноты, чтобы она была как-то спета небрежно или как-то брошена. Я не знаю, это компьютер у вас в голове или как, но каждая нота была настолько филигранно обработана, это просто удивительно. Вот природное чутье. Угу. Природа. Спасибо, очень здорово. Мне тоже захотелось спасибо, так сделать. Спасибо. Спасибо. Азат, хед, ашана хагадма. Акимхан. Акимхан, дэнг, слышана. Вур, рэхмэтим дэ бэльдэргэм кэлэ, юрэктэн, янимдэн, қанымдан, хэдгэ. Буна айтлэр, актрисалар артта курхэттэлэр, тип бағышлап ерланагат тэ вербэтэнде. Я не заметил даже, что там на экране взади было. Вот это и есть величие актёра, артиста на сцене. Мне не важно было, что там выстроили сзади. Мне важны были вы. И я за вами наблюдал. И вы понимаете, спасибо вам за нежность мужскую. Спасибо вам за драму настоящую. Той историю, которую вы нам рассказали. Спасибо вам за это. Рахмет. Спасибо. Спасибо, Азат. Рахмет, рахмет. Давай взглянем на Гульнас Асаева.
Она вот, она же тоже актриса, и тоже наверняка было приятно вот это посвящение. Гульнас, что скажете? Я все еще в песне нахожусь, прям я, у меня в ушах голос Акимхана. На самом деле, хочется выразить огромную благодарность вам, Акимхан. Бигдур рахмет, хэдгэ булган гадэсэн. Хэд хэрбэр эйткэн хүдэгэд, эли казах тілінде, бэдэнэ мэн аңлашыла. Шылай бит, Радик, хэн аңланың ма? Весь аңлашыла. Бэнэ шундай... Қуан тартылышы менен мі, ен тартылышы менен мі, бік бізге яқын ғығыд, мене шықсан өзіме келгенде. Вокал тұрында етіп те тұрақы ұйық, чувствуется казахская школа, поэтому огромное вам спасибо и удачи. Знаменитая Нұрсултанская школа тихого пения, мы помним. Радик, әрнеме әйтір әгіт. Радик, ахин неме сказать итахын. Ай, молодец, бирак, бирак башқорт. Мен башқұрт малай, молодец. Акимхан, әйтір, үзі атауы алмайым, нешекен мұңлы үттіріп, матур үттіріп, сұғыш яғаныңға. Асынап та, аздағы хинман бүтінлей согласен, то, что было на экране, да? Я обязательно на выпуске посмотрю. Я просто ушел в твои вокальные вот эти возможности, в пении. Ну, просто круто. Мне очень понравилось. Рахмат, Игорь. Спасибо, Радик. Рахмат, Радик. Спасибо, Лина. Радик. Будет ли ложка дегтя? Браво. Лина Арифуллина, единственный человек, который следует нашему графику. Спасибо вам, Лина. Спасибо. Хотя вы, конечно, могли все это гораздо более развернуто. Браво. Тур рахмат, Акимхан. А как по-казахски будет браво? Афарин. Керемет. Керемет? Керемет! Двойной керемет! Давайте. Керемет! Керемет! Акимхан мені Илнур Рамазанов күті. Спасибо. Зур рахмет. Спасибо. Акимхан Маженов. Қазақстан. Афарин, брат. Афарин. Что нужно делать для того, чтобы жюри аплодировали стоя? Это у нас впервые в нашем шоу. Расскажи. Просто от души петь, и все. Мне кажется. Второе шоу подряд ты поешь лирические песни. Это твоя фишка? Ты пытаешься задеть сердце каждого? Нет, я так не думаю. На первом туре у меня не совсем лирический был, такой характерный казахский песня был. Быстрые песни будут дальше? Конечно, обязательно. Желаю тебе удачи, а мы продолжаем наш проект «Яна Ном» в Башкортстане, Юлдаш телевидение, да.